Мне это не нужно. Мама, пап, что тебе? У нас есть что-то попить? Да, мы сегодня собирали целую бочку, точнее, из кисельных берегов киселя, как раз таки. Сегодня же день трудящихся. Эй, ну мам, день трудящихся 1 мая, а сегодня 2. Сынок, ты еще дебил. В нашей семье принято, что день трудящихся 2 мая. А, ну тогда все ясно. Пойду киселька себе налью. Вкусно, круто. Что такое, дорогая? Вы еще вспомнил? Это кого? Того козла? Да. А, шалилала. Это что? А? Козел? Ты чё припёрся, алка старый? Иди отсюда. Небось, бутылку вина принёс вместо букета, как обычно. А не, наверное, это всё-таки водка. Что такое? А? Он? Ты опять хочешь неприятностей, да? Забудь о ней, она уже не твоя, и тебе ее не вернуть. Я готов драться за нее. Ну давай, у кого сильнее рога? Ну что, получил, козленок? Пойдем в дом, дорогая. Пойдем. Ну, так мы и живем. У нас странная семья. Почему-то у меня все родственники бараны. А я родился ослом. Не знаю почему. А хотя... Пап, что? Я приемный? Да. Мам, что? Я приемный? Нет. А чё папа сказал, что я приемный?